Эй-эй-эй, с тобой Раймер Плей. Ну чё, Ravenfield немножечко обновился и видосик запилился. Так, ладно, давайте сразу будем ценить то, что разрабы решили тут замутить. Так, значит, ладно, респаун, сейчас мы время немножечко уменьшим. Так, в общем, тут, короче говоря, как я понял, добавились карты. Так, город у нас был, пустыня у нас была, мы смотрели. Так, зима и авианосец какой-то, так полагаю. Ну, давайте начнем с зимней карты. Так, ну, тут оставим, наверное, не знаю что. Пусть 50 ботов сделаем. Так, ночной режим. Не, ночью я не хочу. А то на какую-нибудь яму еще наскочу. Так. Что тут по оружию? Да, добавили какой-то дрободан с глушаком. Короче говоря, все ништяком. Ну давайте попробуем вот эту пушку для начала взять. И посмотрим, что тут решили нам подобавлять. Ну я так понял, пистолет, короче, нам добавили. Этот вроде как его не было. Так, что тут еще? Надеюсь, вроде все по-старому. А нет, что-то какая-то херня. РПГ типа, что ли. Так, а тут чего у нас еще есть? Гранату, короче, взять, наверное. Ну, тут, в принципе, все то же самое. Аптечки, флешки. Ладно, давайте так попробуем. Сейчас, короче говоря, побегаем, постреляем. И потом другую карту. Посмотрим. И, ну, в принципе, так-то... Вроде ничего, нормалек карты. Мне это интересно, что получится, когда мультиплеер намутится. Вот это вот будет интересно. Потому что они его вроде как уже давно обещают. А люди все еще скучают. И, кстати, по-моему, помимо оружия и карт, по-моему, добавили искусственный интеллект, вроде как обновленный. Что-то они там с ним тоже намутили, накрутили. Ну и вроде как, я смотрю, нечто хорошее получили, потому что, я смотрю, счет-то уже в нашу пользу. Так, надо кого-то... Так, что это... Как с этой херни вообще стрелять? Что-то я не могу понять. Она что, с одиночными, что ли? Так, а ну-ка, это типа аук с булпапом. Кто там шмаляет? Сейчас он люлей у меня понаотхватает. Никого... Блин, ну круто. Началось месиво, сейчас будет весело. Так, ну, кстати, респаун, походу, чисто рандомный респаун, я так полагаю. Ну, не дурно, не дурно. О-о-о. Тихо, тихо. Блин. Я смотрю, боты-то обнаглели. Стрелять они охренеть как начали. Ой, блин. Так, ладно, давайте попробуем дрободан. А, мы же еще эту не пробовали. Ну-ка, подожди-ка. Что там? Во. Вот эту пукалку еще не испытали. Стойте, не убивайте. Во, нормально. Ну, я не знаю, что это. Это то же самое, что РПГ, по-моему, абсолютно. Я не вижу разницы, если честно. Чувак, а ты можешь как бы это... Блин, ну ладно. На нах. Ну, неплохо. Пехоту можно валить. Эх, не успел ствол достать, чтобы ему задницу порвать. А не, я еще живой. Да, только тут что-то анимация у этого дрободана никакущая. Ладно, возьмем по стандарту. Противотанковый гранатомет. Уж он-то точно кого угодно нагнет.
Это что, точки надо захватывать? Или что? Хрен его знает. Блин, я думал, это дробовик, это оказывается типа старый этот еще. Давай. Автомат. Старый военный какой-то. Забыл, блин, у него название какое-то было. Блин. Но стреляет он, кстати, достаточно точно, несмотря на то, что ему, наверное, сотня лет уже этому автомату, по факту-то, в реале. Так, танк вроде наш. Так, давайте-ка им гранату туда. Оу, блин, да вас там сколько? Так, ладно, я понял. Короче, берешь калаш. И этот раунд наш. Ну, я же говорю. Окей. Да, в принципе, неплохо, чё. Несколько новых пушек. Хороших военных игрушек. Ладно, тут как бы все понятно. Играется и выглядит приятно, окей. Давайте тогда заценим другую карту еще. Что у нас там осталось? Авианосец. Боты 50 также. Но ночь не будем опять же ставить. Так, что там, пистолет, револьвер, давайте попробуем. Ну, выберем, не знаю, помимо граната, тут ничего так и не добавилось, в принципе. Ну, возьму эмочку. Порву кому-нибудь целочку. Так, ладно. Ох, нихера себе. Я думал, мы будем прям на авианосце вверху. А мы еще в трюме будем воевать. Придется тут, походу, долго выход на поверхность искать. Ладно, давайте, короче говоря, наверх. Попробуем пройти. Кто их лупит, я не пойму. Откуда? Блин, что за... Не, ну если здесь будет мультиплеер, это будет, конечно, вообще жесть. Здесь месиво будет просто жесть. Валера, настало твое время. Так, ну-ка, слышь, чувак, иди-ка ты отсюда. Эх, Валера, Валера. Не нашел ты себе еще кавалера. Ох ты ж, мать твою. Что-то мы сосем, походу. А вы что стоите? Пинка хотите, а? Че вы тут? Уселись, блин. Тупари, блин. Так, окей. Не, ну карта, конечно говоря, большая. И достаточно крутая. Но только здесь очень сложно будет играть. Так как никто не... Так как никто тут не будет друг другу проходу давать. Опа, минус два. Валера, молодца. Слышь, ты там малыш... Не охерел. Валера. Опа. Блин, он немножко, конечно, косоват. Потому что в этом, наверное, я виноват. Хотя... Может быть, просто у него большая отдача. Ну чё? Чё, блин, стоим? Давайте, блин, вперед. Ёпаный в рот. Расселись, блин. Да, аптечки там, походу, валяются какие-то. Где враги?
Где их не сочные пироги, которые я хочу свинцом нашпиговать, чтобы победу взять? Ну, где вы? Алло, ё-моё. Чё-то никого. Ладно, походу придется по лестнице спускаться, чтобы, блин, не убиваться. А хотя хер с ним, ладно, давай так. Не, серьезно, никого нету, что ли? Вы чё? Интересно, самолеты можно сбивать? Или подожди, тут что, еще на сушу, что ли, можно попасть? О, блин. О, попал. Минус один. Погоди-ка, а каким образом туда вообще залезть? Блин, по мне что, самолеты, что ли, стреляют? Какого хрена эти дебилы их не убивают? А подожди, может, можно сесть в самолет? Вот это мне тогда реально повезет. А ну-ка, сейчас попробуем. О, нихера себе. А как на нем летать? Ух ты ж, твою мать. Походу все, я прилетел. Прилетел. Зато к острову попал. Ладно, блин, 4 хп у нас. Походу придется применять стиль бесшумной крысы по имени Ларисы. Ладно, сейчас попробуем. Здрасте! Блин, до свидасти. Ладно, тогда давайте вот так же сделаем. Я не помню, где снарядов больше, в принципе. Ладно, возьму калаш. Блин, опять самолет угнали. Вперед! Война зовет! Стали, блин. Так, ладно. Надо, короче, вот это он красиво меня сейчас снял. Ну. Да твою мать, не надо даже гранат покидать. Ну, минус два. Хоть и не враги это были. Откуда они там вылезли, я так и не понял. Что за бредня? Ладно. А, на тех летать же нельзя, тьфу ты, ё-моё. Блин, а как же нам на остров туда попасть? Надо где-то самолет украсть. Плыть, блин, далеко. Ты прикинь, я попадаю. Несмотря на то, что криво стреляю. Опа. Так, один. Сейчас минус будет. Надо, короче говоря, лодку взять на абордаж. И тогда остров будет наш. Ты ж мать твою. Они, я смотрю, совсем четко начали стрелять и не хотят никому проходу давать. Ладно, прыгаем. О, блин, ну мне повезло. У них патроны. Блин, реально, все самолеты просрали.
И остров мы не взяли. О, нихера себе. Нате, падла, жрите. В аду горите. Ну чё, не стреляем, давай. Всех, короче, походу, я там зафаршмачил. Вот это я номер отфигачил. Ну, давай, быстрее респавнись. У них там, походу, я смотрю, техника, что ли, вроде есть. Или мне кажется? Не, мне кажется. Так, там свои. Да... Я ж как бы типа под броней. Чё за отстой? Кстати, здесь нельзя зону высадки как-нибудь поменять. Судя по всему, надо команду менять. Вот толпа дебилов. Ну их надо реально поправлять. А то они так и будут дальше во всех играх так стоять. Во всех обновлениях так стоять. Да они все по мне стреляют. Ну, хотя бы парочку я точно успел завалякать. Кстати, а команду тут нельзя никак сменить. Зато можно слоумо на капслок включить. О, вертушка, братушка. Надо, блин, учиться на них летать. Чтобы острова атаковать. Это я так и буду дальше. На авианосце торчать. Ни хрена не смогу нагибать. А, вот оно чё, я понял, короче, всё. О, не, я не понял. Короче, игра, тут нужен реально джойстик. А, блин. Походу, это надолго. Сейчас меня вот тот чувак с горы изрешетит. А нет, он убежал. Походу, он зассал. Типа видит, что какой-то алкаш плывет. И он понимает, что он в него не попадет. Потому что, наверное... пьяным стилем обладает. И все пули собой отражает. Стопудово. Но зато у нас есть шансы взять остров на абордаж. Сейчас посмотрим, будет ли он наш. Да блин, твою мать, ну как так можно в хедшот? Как можно было на ходу такой хедшот мне влепить? Походу, надо этот искусственный интеллект немножко затупить, падла. Так, все, я, короче, сваливаю. Хотя не, я не сваливаю. Подожди, иначе отсюда не выйду вообще. Мне надо, короче говоря, в лодку нырять. Опа. Красота. Ну, плыви. Она не плывет. А почему, никто не поймет. Ладно, сейчас он сам доплывет и всех там порвет. Не, ну реально, анимацию надо плавание поправлять. Я не хочу этот пьяный стиль постоянно наблюдать. Ладно, давайте снайперку возьмем. Посмотрим, в кого мы попадем. Минус. Минус.
Да ядрить колотить, сколько вы умудрились этих дебилов тут породить. Блин, я в шоке, но это долго так-то будет. Это долго так-то придется тут стрелять. Если наши дебилы будут так сливать. Блин. На эту дальнюю дистанцию стрелять очень сложно. Ладно, попробуем полетать. Да твою мать. Во! Я немножко уже приловчился. Эх! Вот это успех. 40 хп. Так, у нас аптечки есть там что-нибудь? Я ничего не брал, блин, ладно. Ну ладно. Сейчас добежим. И что у них там на острове, поглядим. Опа, нежданчик, опа, сюрприз. Опа, опа. И всем им пришла большая и жирная жопа. Отлично. А, так там этот дебил застрял. Но зато мы теперь знаем, что можно летчиков прям на ходу убивать и тем самым самолет сбивать. Нормалек. Падлы, блин, заметили. Блин, последние 4 патрона в снайперке, во было. Мимо вообще патрон куда-то улетел. Опа, зато мне он отлично прилетел. Ну, я думаю, хорошо мы постреляли. Все, что надо, мы тут на сегодня узнали. На острове побывали, всех понагибали. Так что на этом, наверное, будем завершать. Ну и будем мультиплеер ждать. А ты пока что лайк поставь и подпишись, и все будет зашибись.